Если в бескрайней казахской степи перед вами, как мираж в пустыне, возникает современный город с широкими проспектами и высокими домами, над крышами которых сливаются две синевы, море и небо, знайте, вы в Актау, центре Мангистауской области, расположенной на западе Казахстана. Актау, пожалуй, самый уникальный город в Казахстане. Его название переводится как «Белая гора», и это имя подходит ему как нельзя лучше. Светлый, просторный город расположен на белой, вдающейся в море скале. Это единственный в мире город, где огромный маяк установлен на крыше жилого дома, где нет естественных источников питьевой воды, а для использования опресняют морскую воду, где, несмотря на обилие транспорта, всегда чистый воздух и адрес звучит как телефонный номер. Юный город на древней земле. Он появился на карте Казахстана в 1963 году. До 1992 года он носил имя Шевченко, великого украинского поэта, отбывавшего ссылку на полуострове Мангышлак. Город строили молодые специалисты, приехавшие со всех концов Советского Союза. Строили в тяжелейших условиях. Летом жара, зимой студеный ветер. Но энтузиазм первопроходцев изменил не только внешний облик степного края, но и саму его природу, его климат. Тогда, в 60-х годах, ученые вынесли вердикт – здесь ничего расти не будет. Но уже через 10 лет люди превратили Шевченко в настоящий оазис. А уже в середине 70-х город получил золотую медаль Международной ассоциации архитекторов имени сэра Патрика Аберкромби за гуманизацию среды, непригодной для обитания человека. Тогда вместе с Шевченко за эту медаль боролись еще 52 города мира. Градостроительное решение ленинградских архитекторов было простым. Город построили вдоль линии прибоя. Эта небольшая полоска земли на стыке моря и пустыни имеет свой микроклимат. В жару здесь прохладнее, а в мороз теплее. Каспий был и остается главным украшением Актау, его визитной карточкой. Он потрясающе хорош в любое время года. Теплый сезон на полуострове длится большую часть года. Купальный сезон начинается в апреле, а заканчивается в октябре. Температура воздуха летом может подниматься до 50 градусов. Но зной здесь переносится легко, благодаря довольно сухому климату. Ощущение контраста прохладной воды и жаркого солнца описать невозможно. Можно только испытать. Для яхтсменов, кайтеров и виндсерферов здесь настоящий рай. Свежий морской ветер наполняет паруса практически круглый год. Поэтому кайтбординг стал одним из самых популярных видов спорта. В Актау приезжают покататься экстремалы со всего Казахстана. Полный штиль в Актау – это зеркало до горизонта и самое любимое время лыжников и вейкбордистов. Для байкеров и экстремальных ралли-рейдеров в Актау есть где размахнуться. Широкие приморские дороги и огромные барханы дают возможность насыщаться адреналином 9 месяцев в году. Летом на актауских пляжах аншлаг. В прозрачной теплой воде, как стая морских котиков, резвятся тысячи людей. По морской глади скользят катера и водные мотоциклы. Над морем парят разноцветные купола кайтеров и паруса виндсерферов. Ежегодно проходит международная парусная регата «Золотой Нактоус», в которой традиционно принимают участие яхтсмены прикаспийских государств. Прелесть Актау в том, что из любой точки города до ближайшего пляжа максимум 10 минут. А комфортабельных пляжей с каждым годом становится все больше и больше. Особое удовольствие пройти на прогулочном катамаране вдоль линии прибоя, любуясь необычной архитектурой города и солнцем, которое уходит за горизонт и рождает потрясающие закаты, наслаждаться которыми можно бесконечно.
Когда стемнеет, с берега накатывает теплый воздух. Город отдает свой дневной жар морю. Вдоль набережной зажигают фонари. Их огни, отражаясь в Каспии, создают причудливые блики на воде. В это время все спешат к морю, чтобы с комфортом скоротать вечер в уютных кафе и ресторанчиках, расположенных вдоль всего городского побережья. Пожалуй, это самый любимый вид отдыха в Актау. Сидя в мягком кресле, трудно оторвать взгляд от лунной дорожки, дрожащей на темной воде. В 15 километрах от города расположено более 30 комфортабельных баз отдыха, которые лентой растянулись на 20 километров вдоль южного побережья. Здесь более теплая и чистая вода, песчаные пляжи и мелководье. В 3 километрах от самой южной базы из-под земли бьет радоновый источник. Его 70-градусная вода обладает лечебными свойствами. Затяжной осенью хорошо прогуляться по взморью, подышать морским воздухом, посмотреть, как рыбаки ловят кефаль, как летят на юг стаи перелетных птиц. Находящееся неподалеку от города заповедное озеро Караколь – любимое место для многочисленных стай фламинго и лебедей, уток и белых цапель. А когда наступают морозы, лебеди перебираются на городские пляжи. Это долгожданное событие для всех жителей Актау. Тогда весь город снова устремляется к морю, чтобы покормить чаек, уток и лебедей. Птицы доверяют людям. Лебеди берут хлеб прямо из рук. Фотография на фоне царственной птицы – самая традиционная фотография в Актау. Зачастую зима в город приходит только в конце января и бывает совершенно бесснежной. Снег в Актау вообще большая редкость. Но иногда город накрывают настоящие арктические бураны. И это потрясающее зрелище. Никогда не замерзающие прибрежные воды превращаются в сплошную ледовую кашу, а дороги заметает так, что по ним невозможно даже пройти. В это время температура может опускаться до минус 30. Но это, как правило, бывает редко и длится недолго. В это время можно увидеть красивые явления – когда море дымится, создавая плотную пелену низкого тумана. Прибрежные камни превращаются в ледяные глыбы. Между ними образуются ледовые гейзеры и вулканы. Огромное удовольствие понаблюдать за зимними штормами и сфотографироваться на фоне бушующего Каспия. Яростные волны с неимоверной силой разбиваются о прибрежные скалы, поднимая фонтаны брызг на 30-метровую высоту. Каспий – одно из самых опасных для судоходства морей. Короткая волна обладает сокрушительной силой, а морские ветры непредсказуемы и нестабильны. Они могут менять направление до 20 раз в течение часа и силу от 2 до 20 метров в секунду. Весна на полуостров приходит рано. И это самое красивое время года. Апрель и май – лучшее время для путешествий по Мангистау. Пик туристических поездок приходится на начало мая. В это время по полуострову разъезжают десятки туристических групп и экспедиций из России, Германии, Италии и Японии. Автомобильные туры по Мангистау становятся все популярнее год от года. Ценители экологического туризма, фотографы, клипмейкеры и кинорежиссеры всего мира уже давно влюблены в космические пейзажи полуострова Мангышлак.
Актау – крупный индустриальный центр, но промышленная зона вынесена далеко за его пределы. А роза ветров такова, что воздух в Актау остается чистым всегда. В 60-х годах на Мандышлаке был построен атомный энергокомбинат, в состав которого входил первый в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах, известный во всем мире как БН-350. Он вырабатывал пар для опреснения морской воды и производства электроэнергии. Сегодня реактор остановлен и не представляет ни ядерной, ни радиационной опасности. Сейчас МАЭК «Казатомпром» работает на природном газе. Актауский морской торговый порт – самый современный на Каспии. Благодаря этому градообразующему предприятию город имеет статус морских ворот Казахстана. Отсюда за рубеж идет главное богатство Мангистау – нефть. Порт Актау – это перекресток крупных транспортных магистралей. Его грузооборот растет с каждым годом, развивается инфраструктура, строятся новые причалы и волноломы. В Актау расположены офисы крупных казахстанских и международных нефтегазовых и сервисных компаний, работающих в регионе. Город прочно занимает место в тройке казахстанских лидеров по уровню инвестиций. В этом списке он идет сразу за Астаной и Алматы. Уже сегодня Актау стал центром международного делового сотрудничества. В городе постоянно проходят крупные промышленные выставки и симпозиумы. Актау облюбовали не только бизнесмены, но и политики. Здесь регулярно проводятся саммиты глав прикаспийских государств. В 2009 году в международном аэропорту Актау был построен новый современный пассажирский терминал, первыми гостями которого стали президенты Казахстана, Азербайджана, России и Туркмении. Они по достоинству оценили перспективы развития Мангистау. В разгар бархатного сезона в Актау проходит фестиваль «Каспий – море дружбы». Это одно из самых ярких культурных событий Прикаспийского региона. Его с нетерпением ждут каждый год. В Актау вообще любят праздники, которые по обыкновению заканчиваются шикарными салютами. Ночной город также наполнен жизнью, как и дневной. Ярко освещенные улицы, неоновые огни рекламы, красиво подсвеченные здания отелей, супермаркетов и жилых домов, кафе и ресторанов наполняют город светом. Актау стремительно меняется. Сохраняя свое архитектурное своеобразие, город растет вверх. Появляются новые многоэтажные дома, торгово-развлекательные центры, парки и скверы. Вдоль моря строятся изящные коттеджи. Их разноцветные фасады делают Актау похожим на средиземноморские курорты. Городу прочат большое туристическое будущее. Здесь есть все для классного отдыха. Чистое море, свежий воздух, современные отели, рестораны и развлекательные центры, а главное – люди, приветливые и доброжелательные. Люди, стремящиеся создать на берегу Каспия райский уголок, удобный для жизни и работы. Сегодня многонациональный Актау по праву называют морской столицей Казахстана. Город-сказка. Город-магнит. Будущее казахстанского туризма.